На 10-м этапе ралли-рейда «Дакар» многим было не до удовольствия от гонки. Особенно это касается немца Дитера Деппинга и обиженного им соотечественника Матиаса Калле. «Хонда» последнего остановилась из-за проблем с преодолением жестоких песков, и в нее со всего размаху впечатался «Фольксваген» Деппинга. Что касается более удачливых в этот день внедорожников, то победу очередную на этом 31-м «Дакаре» одержал лидер общего зачета испанец Карлос Сайенс. Ну а второе место, проиграв всего 21 секунду, занял «Хаммер» с Робби Гордоном за рулем. Остальные уступили куда больше. В общем зачете преимущество Сайенса над тремя ближайшими преследователями ощутимо увеличилось. Не везет в дюнах и мотоциклам. Постоянные поломки и прочие проблемы в Аргентине преследуют многих. Вот и этот 10-й этап, кстати, самый длинный на нынешнем ралли-рейде, не стал исключением. Южная Америка оказалась не более дружелюбна, чем Африка. Из-за невообразимых песков этот этап даже сократили. И лучшим на нем впервые в этом году стал Хорди Виладамс. КТМ испанца на минуту с лишним опередил другой КТМ француза Алена Дюкло. Что касается лидера общего зачета Марка Кома, то он просто приклеился к заднему колесу Сирила Депре, и это приносит удачу. Кома все еще лидирует с гигантским преимуществом. Он опережает Депре, который пока третий, больше чем на полтора часа, и подобная тактика довольно удачна.